Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир. А закончился турнир буквально, ребята, вчера. Ну что же, платиновые осколки. А знаете, что самое обидное? Что я еще не успел выложить две серии до этого снятые. И здесь. А там, в тех сериях, я просил вас голосовать. Тьфу ты. Ладно, знаете, что мы сделаем? Ребят, сегодня я не буду открывать платинового бойца. Вы посмотрите предыдущие две серии. Точнее, вы уже их посмотрели, потому что это будет последнее выходить. И я прочитаю последнее ваше голосование, ребята. И будем поднимать кого-то вот из этих вот бойцов в платиновый ранг. Так что сегодня пока, ребята, буст. Ну как сказать буст? Буста нету, потому что его нужно было делать вчера, когда только был откат. А что мне вчера помешало? А, ребят, вчера у меня было очень плохое состояние. Не знаю, такое ощущение, что я чем-то отравился. В общем, меня тошнило, голова кружилась. Таблетки мне никакие не помогали. Я вот оклемался только сегодня. И то, опять же, проспав практически весь день. Сейчас 6 часов вечера. Но, по крайней мере, состояние более-менее. Есть желания нету. Вот в основном отпиваюсь всякими настойками, отварами, чайками. Ну что, ребята, на турнирной арене, как вы видите, будет разыгрываться у нас мутагеноид. Ну, что сказать про него, ребята? На начальных этапах, возможно, он что-то и может из себя показать, но это только на начальных этапах. На продвинутых миссиях, как по мне, мне кажется, от него толку ноль. Но если его прокачать, то, возможно, что-то да изменится. Я не могу вам, опять же, ничего сказать, так как он у меня еще не прокачанный, ребят. Ну, у него одна массовая атака. Ну, атака довольно неплохая. Удар по земле. В общем, надо смотреть. Если кто-то вдруг желает, ребята, протестить самого себя или как-то стать первооткрывателем, естественно, он может его прокачать и дополнить, как говорится, мою информацию в комментариях. А может быть, у кого-то он уже прокачан на сотку и может сказать, что он из себя представляет на арене. И не только на арене, но и в событиях. Так, ну что, ребят, идеальная победа, как вы видите. И мы двигаемся дальше тут. На первых этапах, конечно, все легко, ребят. Единственное, что мы будем, да, продвигаться очень медленно, так как уже сутки прошли. Нам даже не дают 11-12, я что-то смотрю. Вообще нас принизили по полной программе. Ну, это моя вина. Хотя, с другой стороны, я бы все равно бы, если бы даже начал бы играть сегодня мы... Откуда бы начали бы? С Лиги Самураев, правильно, 3 звезды. А сейчас мы, дай бог, только дойдем до Лиги Самураев, 3 звезды. То есть есть небольшой, ребята, косяк. Ну, фиг с ним. Зато мы с тобой, блин, в конце даем такого дрозда им. Так врываемся в эту... в Лигу, что у них просто уши начинают вянуть. Так что, конечно, лучше иметь день в запасе, чем рвать свою пятую точку ради чего-то там. Так, ну ладно, давай обновим. Самое обидное, ребята, что у меня не записалась серия по Реквиему, последняя. Точнее, она записалась, но именно где видеовставки, ролик, ну, видеоролики. Там какие-то такие страшные лаги, я не знаю, сам игровой процесс нормально идет, а вот именно где игровые вот эти вот, ну, ролики, фильмо-ролики, так скажем, лагает ужасно. И я не знаю, что мне делать, либо мне перепроходить сезон, ну, не сезон, а 8-ю и 9-ю главу, либо находить в Ютубе какое-то видео, записывать с него вот этот вот отрывок, видеофильм, вырезать, вставлять. Ну, это муторно, конечно. Я не спорю, друзья мои. Но перепроходить главу, извини меня, 2,5 часа, ну, тоже такое себе удовольствие. Ладно, я решу, посмотрим, что там сделать можно будет. В общем, ребят, почему вернулся в этот, в Plague Tale Requiem? Потому что, ребят, там русская озвучка, полностью дублированная, то есть профессиональными актерами. И раньше, вы знаете, да, титры, и это все читал я сам. А они очень быстро двигаются, иногда просто даже не успеваешь прочитать и съедаешь половину предложений. Сейчас там все идет четенько. Ну, я имею в виду, это где амийцы, юга. В общем, против крыс
где наши герои сражаются. Ну как, они сражаются на самом деле не против крыс, они против империи сражаются. Но крысы — это неотъемлемая часть игры. Так что вы можете заходить на второй канал, ребята, и смотреть продолжение этой замечательной игры. Так, ну что, а мы пока рулим своими силами, 56-ми уровнями, как ты видишь. До сих пор еще, ребята, у нас 4 персонажа. Уже много боев, а 5-го нам так бойца и не дали. К сожалению. Хотя проходим здесь, ну, только Кирби, что Кирби не смог завалить Макмана. Ну и Макман по нему, соответственно, попасть тоже не смог. И скоро, друзья мои, закончится у меня отпуск. 20 дней всего лишь осталось до конца. Денег нет, выживаю, грубо говоря, ребята. Честно говоря, очень все хреново. Плюс кредиты давят. Я не знаю, хоть и выходи досрочно из отпуска. Но, честно говоря, 2 года, те, что я провел без отпуска, ну, нет никакого желания выходить досрочно. Потому что я не чувствую себя отдохнувшим. И я знаю, что это такое. Тем более в наших вот условиях, где я работаю. Там не отдохнувший — это очень плохо. Хотя следующий отпуск у меня намечен на май. Я, наверное, его перенесу, ребята. Наверное, я его перенесу либо на июль, либо уже на сентябрь. Ну, если не дадут, то придется идти в мае. Потому что у нас как бы экипаж. И у нас распределено у каждого экипажа свои, как бы тебе объяснить, ну, свои дни отпуска. То есть каждый хочет сходить летом. Вот, и поэтому, как бы, если я что-то, например, согласовал, да, например, с мая по, там, с начала мая по конец июня, то под мой график уже, соответственно, идет следующий человек, потом следующий человек, и потом следующий человек, и вот в таком вот режиме. Поэтому что-то переделывать — это либо только на зиму, потому что зимой, ну, практически мало кто ходит в отпуска. Вот. Либо же оставлять как есть. Ну, посмотрим. Я ничего против мая не имею, ребята. Я хотел съездить в отпуск в мае. В мае даже дешевле мне обойдется. Но здесь немножко в другом проблема. Здесь... Ладно, я не буду об этом говорить. Ну, в общем, мне невыгодно выходить в мае. Вот так вот скажу. Я вначале что-то не подумал об этом аспекте, потом меня осенило. Но уже, как говорится, поздно. Ладно, до мая еще нужно дожить, друзья мои. До мая еще нужно дожить. Так что посмотрим. А пока продолжаем, ребят. Наконец-то у нас 5 бойцов и... Но продвижение все равно еще медленное. Мы еще даже, по-моему, до самураев не добрались. Так, ну что, давай посмотрим. Этот удар мы прокачали до, по-моему, до 5-й ступени, да, у нее. Ну вот, вот, совсем другое дело. Правда, противник 33-го уровня. Вот, ребята, тот самый мотогеноид стоит и лыбится там. Так, это мы в элите 3 звезды. Вот после элиты мы с тобой только лишь перейдем в самурае. Блин, 13-15 уже фиг знает сколько. Во. Вот уже другой разговор. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, мы уже добрались, друзья, до 70-х уровней. Да, ладно. Просто Леонардо навалял Тимати Звезделей. Ну, потому что тот был 39-го уровня, а Тимати 70-го. Ну вот они и самураи. Мне интересно знать, а мы дойдем до самураев 3 звезды сегодня или нет? Так, давай попробуем, наверное. Ну, 13-17, наверное, не дадут, все-таки, мне кажется. А-а, не дают. Ладно, хорошо. Своими силами, ребят. Своими силами. Тут отчет своими силами. Мы в 2 раза выше их. У них 36 уровень, у нас 70. Так что тут... Одной, наверное, массовой атаки будет достаточно, да?
Посмотри, а. Опять эта, ребята, песня пошла. Заметил, да? Кто-нибудь один да выживает. Ну, хотелось бы, конечно, до трех звездочек-то добраться все-таки. Ну, вот как карта лежит, даже не знаю. Пока не знаю, ребят. Ну, еще Донателло, блин, прокачивать. Я надеюсь, он сегодня получит все-таки 90 уровень, да? По-моему, 89 у него был. Нам нужно как бы его дальше прокачать. Ну что же, идеальная победа. Двигаемся далее. 15 место. Ать, не то, там было 14-17. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Да, у него 89 уровень, ребята. Я думаю, что сегодня до 90 мы, наверное, поднимем его. А что у него в посохе? Такое ощущение, как будто там компас какой-то, не? Как будто вот стрелочка, знаешь, или... Что там у него, непонятно. А нет, там не компас, ребят, там что-то другое. Какая-то, не знаю, вставочка. Ну что, самурай, две звезды, позиция 80-я. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, мы не заберемся, друзья. Не заберемся мы в лигу самураев 3 звездочки. Нам не хватит, чуть-чуть буквально. Может, поединочка одного даже не хватит. Так, 14-18 дают. Или же все-таки пройдем, не знаю. Если 47 место... Слушай, ну может быть даже перейдем. Но только перейдем, ребят, не укрепимся там. Это будет там где-то, ну, может быть, сотое место. Фига себе, Рафаэль толкнул черепки. 47-е, ну давай 25-е. О, тогда пройдем, ребят. Но не укрепимся, еще раз повторяю. Мы не укрепимся, потому что бойцов не хватит. Ну что, придется ту катку полностью, ребят, отыгрывать. Я так тебе скажу. Угу, самурай, три звезды, 82-я позиция. 14, 15, 19 не дадите мне? Нет, не хотят. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребят. Поехали. Одного удара будет за глаза и за уши им, чтобы их разнести тут. Все. Да. Какой вкусный чай. Так, ладно. Ребят, 55-я позиция, 54-я даже. Ну, опять же говорю, это не даст нам укрепления. Нас все равно, наверное, завтра скинут. Так. В испытаниях. Мания Майки, городская война, тени на солнце. Черепашья буря. Одно из моих любимых испытаний. Так, ну что, теперь пойдем по заданиям, как всегда. О, мы уже все, что ли, выходим? Да, ребят, мы выходим на финишную прямую. Так, ее можно назвать. Правда, нам драться практически нечем. Так, Монтес, упадешь? Да какой там упадешь, что 8... А, вот так если? Ну, тогда бомбочка нормально бьет, да? По хпшкам она солидно врезает. Какой там гриб? Ладно, фиг с ним, с этим грибом. Угу. Распластался. Надо было мне Кирби валить вообще-то. Ого! Ты видел?
Ты видел, как Хан бомбанул по Доне? Половину, он у него было фулл хэпом, половину тюф, просто с него снял. Я офигеваю просто с него. Что, еще два события, ребята, мы с вами добьем. Так, ну что у нас там? Кого мы там прокачиваем? По уровню мы прокачиваем Донателло. А 17 тысяч не хватит, ребят. Не хватит вообще. Тогда переходим сразу на Алапекс. Подожди, Алапекс. Блин, а Алапекс у нас где? Блин, сейчас все поменялось тут. Вот она. Значит так. А чего там не хватает? Ой, там дофига чего не хватает. Воу-воу-воу-воу. Блин. Давай, наверное, все-таки тогда здесь. Так, два пульта нам нужно найти. Точнее, это отслеживающее устройство даже. Так, ну что, мы нашли отслеживающее устройство. И четыре автомобильных номера надо. Так, один есть. Второй. Второй, так, третий и последний. Четвертый, все, отлично. Так, давай прокачиваем до пятой ступени. Что-то тут так много. Давай попробуем здесь, может быть, по-быстренькому. Так, два наушника, господи. Два наушника дайте мне, пожалуйста. Да. С ними вечная, ребят, проблема. С наушниками, еще там с чем-то, я не помню. Что мы там с тобой обычно ищем? Нам выпадает зеленая колба. Журналы современного времени. Есть. Так, наушники нашли, но у нас пиццы не осталось почти. И 4 пульта. Ну, пульты, они находятся легко, ребята. У нас только вот то, что... Все. Все, не хватит. Ах, печалька, грусть моя. Так, поднять уровень персонажа. Ну, вот как раз нам придется, наверное, поднимать уровень персонажа именно Алапекс. Раз мы не сможем с тобой поднять Донателло, сделаем вот так вот. И все, друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.